Слева от меня стоит симпатичный парень, его зовут Раиль Арсланов, канал «Хижина музыканта». И сегодня мы в родном городе Казани снимаем крутое видео, а именно, Раиль, расскажи. Рубрика называется «Поем любую песню или даем 100 рублей». Назвать три любые песни, если мы, короче, знаем, ну, мы споем. Ну, просто у нас три попытки будет. Я тебя знаю. Да, привет. Я известен тем, что никому не известен. Три песни? Да, давай, три песни. Ну, что-нибудь современное. Хотя бы одну для начала. Старенькое там, старое, доброе. Чиша, любви. А любви? Поехали. А не спеть ли мне песню о любви, а не выдумать ли новый жанр попсовый мотив и стихи всю жизнь получать гонорар. Ну как-то так. У тебя красивая борода. Хорошего тебе дня. Всего. Давай, всего хорошего. Назови песню, а потом сфоткаемся. Проще всего, да, открыть плейлист или... Я вот сейчас... Из головы артиста. Стуцамен и Ван Дорн. Стуцамен. А, давай, поехали. Это праздничный бит, совокупность орбит, что так надо играет. Жаль же ультрамальвин, и танцую один, остальные стесняются. Не надо стесняться. Самая любимая музыка здесь играет. Что да, хорошая заявка прям, да, такую песню точно не называли. Давай Pink Floyd. Все, давай. Можешь Pink Floyd? Петь ты будешь? Ну, последнюю песню, может, назовешь. Ну, давай, Лесника. Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Эй! Множество историй, хоть желаешь, расскажу. Хоть желаешь, расскажу. Хоть желаешь, расскажу. Давайте Сансару. Помнишь? Сразу припевно. Я буду петь голосами моих детей, голосами их детей. Нас просто меняет местами. Таков закон Сансары. Меня не станет, я буду петь голосами моих детей, голосами детей. Просто меняет местами, таков закон сансары. Круговорот людей. А вы сами верите в реинкарнацию? Возможно. Хорошо. Ребята вот поют не по нотам, но от души зато. Ну давай, поехали. Белый снег, серый лед на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней, город в дорожной петле. И согрета лучами звезды по имени Солнце. Коротко. Да, вот коротко. Все, спасибо. Все, давайте. Спасибо, ребят. Можно? Давай, 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 давай. Ребят, мы снимаем контент для YouTube. Может, назовете любую песню, мы ее споем. Если не знаешь, сотку вам даем. Фондас, твоему новому парню. Блин, ты знаешь эту песню? А? Как она называется? Хижина музыканта. Уговор дороже денег, чем мы проебали сотку. Ну просто у Кис-Кис самая популярная песня — это совместно с Анакондас и Мелочь. Так. Вы не видите, мы разговариваем, записываем видео. Отойдите, пожалуйста. Мы записываем видео для телеканала ТНВ. О, Господи. Пока. Паузу сделали, ладно. Ну, ладно. За окном
Арслан. Мы вас не задержим. Ты меня напугать что ли, хотел этим? Мужчина. Это тот самый? Посидись. Пожалуйста. Ладно, давай мы сейчас научимся. Можете назвать любую песню? Мы просто для YouTube канала снимаем контент. Любую песню, там то, что вы слушаете. А эти руки вверх, знаете? Да, да. Ты сегодня взрослее стала, и учебу ты прогуляла. Позвала всех своих подружек. А как же я, ведь день рождения у тебя. Знай, ты меня не забудешь. Я приду, меня зацелуешь. Но поцелуев твоих немало. Я хочу, чтоб ты сказала: забирай меня скорей, уазис ты мой. И целуй меня везде, 18 мне уже. Забирай меня скорей, я просто поплохну. Спейси для вас. А мы сами можем вам спеть сейчас, скажем. Да, да, да. На трех гитарах. Давайте что-нибудь назовите какую-нибудь песенку. Вы вообще песни знаете? Да, ну не все уж, конечно, но... У нас три попытки вот. Три попытки, а если не получается, 100 рублей даем. Да, три попытки. Да? Да. Сейчас она сейчас... Так, еврейскую песню какую-нибудь закажет. Нет, нам надо 100 рублей. А нам надо 100 рублей заработать, нельзя называть. А, вот так вот, да? Ну, какие меркантильные, а? 3000. Фактор 2, марихуан. Конопля, мука и кумарный грим в облаках. Пусть в мусорах совсем не видит нас. Мне так хорошо с тобой курить. Где-то над землей ты, мы выйдем с тобой в облаках. Как лавины снежные в горах. Нас накроет громким смехом. Можешь свой смелый фьюз? Я знаю тебя, у тебя песня есть одна. Да, давай. Не влюбляйся. Красавчик, да, давай. Ну все, спасибо. Спасибо, ребят, спасибо. Вам, да. Можно сейчас сфоткаться? Давай. Спасибо. Все, давай, спасибо, давай. Тут съемка видео запрещена, блядь. Камеру вырубай нахуй. Да, да, так легко подходишь, да. И все. Любую вспоминайте. Давайте. Какую? Что вы слушаете? Что вы любите? Что вы поете? Скриптонит. Опа, скриптонит. Могу спеть одну? Лампаду. Хочешь? Хочешь скриптонита? Давай. Давай. Я опять на районе потерял себя в одном из дворов. Ты опять мне трезвонишь, чтобы знать, что я жив и здоров. Среди тех пацанов, барыг и быков, машин, мусоров. Я пообещал бросить дуть и пить, ведь это любовь. Еще одной темной ночью каждый твой вдох. И каждый твой выдох кричит об одном. Еще одним холодным утром руки были ствол, кричат об одном. Это любовь, кричат об одном. Это любовь. Вот. Спасибо вам, что участвуете, молодцы. Скриптонита вообще тяжело на гитаре, если честно, играть. 30. Было хорошо, было так легко. Но на шею бросили аркан. Солнечный огонь атмосферы бронь пробивал, но не пробил туман. И мертвый месяц еле освещает путь. И воздух давит нам на грудь не продохнуть. И воздух я давит, как труть. Нельзя свернуть, нельзя шагнуть. Но мы пройдем с тобою путь через туман.
батарейка. Батарейка? Поехали. Холодный ветер с дождем усилился стократно. Все говорит об одном, что нет пути обратно, что ты не мой лопушок, а я не твой Андрейка, что у любви у нашей села батарейка. Ой-ой-ой-ой-ой, батарейка. Ой-ой-ой-ой-ой, батарейка. Все, спасибо. Спасибо. Ой, а что мне так холодно? Реально. Ты что, замерз, что ли, реально? Ну, как бы, да, я прям холодно. Почему я не мерзну? Мне вообще нормально. Морж, Саша, морж. Вот вчера было тепло, да? Да. Все-таки пока рано снимать, можешь домой. В чат-рулетку возвращаться. В чат-рулетку пора возвращаться. В чат-рулетку? Там потеплее. Но надо сидеть дольше. Ну здесь, конечно. Но здесь быстро происходит. Да, здесь все оперативно. Так, Серег, у тебя глаз алмаз и глаз красный кирпич. Нам нужен бородатый. Лучше вспомни сразу артиста, кого вы слушаете. Чего вы слушаете-то? Если у нас не получается, мы вам 100 рублей даем. Соточку, да. Коржа? Да, давай. Давай, Раильчик, да, да. Мочи. В истерике кружилась мама Валя. Задним фонсом замер пазл, понял разницу. Мне трогать свалился, жесточайший хаос. Когда всем понятно стал, сын остался без диплома. Мама, не мечи, хватит плакать. Я не скоро на дыма, послушай, отец. У меня своя волна или свои волны. Меня где-то поджидает успех. Боже, как хотел я увидеть свет. И как посчитал, что нужно жить, мечтал. И вот однажды, как обычно, я летал во сне. Вдруг увидел солнце и тогда себе сказал: я выбираю жить в Каи. Я выбираю жить в Каи. Спасибо, да? Девчонки, спасибо. Девушки, как гитары, на некоторых играет целый двор. А я вижу, ты веселый парень, а. Что ты? И вон там гитарист. Где? Вон. Играл песню, остановился и решил нас поснимать. Привет. Назовись любую песню. Любую песню. Любую песню. Но только не «О боже, какой мужчина», ага. Не «Хоп, мусорок, не шей мне срок». Так, так, так. Вот, и их не надо называть. Окей. И «Мало половин». Если даже она тебе нравится, если даже по ночам ее слушаешь, если, да, если в наушниках, встанет, да? В наушниках, да, там. Понятно. Вот, давай что-нибудь какую-нибудь. Ну давайте, давайте. Ну, в принципе, я знаю твой репертуар, что ты поешь. Давай. Так, а с тобой мы еще не знакомы. Да, Саша, Санек. Станд. Александр, да. Ага. О, давай коржа. Давай. Какую? Я иной мир иной, иду по мостовой. Каждая минутовка я. А, точно, это же этот. Я миную мир иной, иду по мостовой. Каждая минутовка, целый мир под ногой. Час пик, любимый город, хоть отчасти лети. Где твоя удача, брат, нам с тобой по пути. Твой навигатор настроен на туда, где тепло. Ты мой друг, если что-то стоишь, а не просто трепло. Твой шанс где-то рядом, используй его. Ведь кому ты нужен здесь, кроме себя самого. Каждый хочет знать, где и в чем его ремесло. Я просто делаю свое музло. Каждый хочет знать и верить, да тоже по коже. Если мы с ним хороши, оно всегда поможет. Небо поможет нам, небо поможет искать. Небо поможет нам, небо поможет все взять. И небо поможет нам, небо поможет нам, эй! Небо поможет нам, небо поможет нам. Руки не этот, прям замерзли. А, замерзли, да. А вот она нам музыкант обычный, как да, говорит. А ты чё? Все. Играешь? Нет, бро, спасибо тебе, давай. Спасибо, спасибо. Все, прими заявку в Инстаграме, пожалуйста. Да? Да. Я хорошо. Я тебя отмечу, Саня. Фото. Отмечай. Фото. Давай, давай. Пацаны, вообще, ребята, классно, вообще. Назови любую песню, которую вы любите. На Дорну похож парень. Че? Мияги, да?
Я сам будто себя наказал этим непониманием, е-е-е. Перестал себе тупо доверять и без устали жаловался на людей. Караван горемел и негодяй, потешал себя баснями о воде. Но то были миражи, ты покаяние мое, найди ко меня скорей. Пустынями верными я кочевал, да песок голотал следы. И не надо быть тут пророком, чтобы понимать суету и беды. Сам приволок эти пули, чем мыслями выстрелами судьбы. Убивали во мне этого бога, чем по сути был поводу. Мое тело минор, боли не жалеет и тело минор. Грязными пальцами боли не трожь, мою душу недолуженную, тело минор. Для тоски вереницами пульса, для доброжелателей печели топор. Так страдают эти... Ну, все, ребята, вам огромное спасибо, всего доброго, хорошего вечера. Пока. Добрый вечер, мы снимаем небольшой монтаж. Вы можете назвать любую песню? Можно денег повесить. Не требуем, просто, денег, да, просто любую песню. 30 секунд, коротенькое исполнение. Да. Ретро можно какой-нибудь. Ладно, до свидания. Спасибо. Так. Боже, какой типаж. Блин. Много часов спустя. Блин, нам надо, короче, красивое завершение сделать. Давайте Летова сыграть. Какого? Какую песню? Летова? Да. О границе ключ переломлен пополам. Наш батюшка Ленин давно уже усох, он разложился на плесень и на липовый мед. От перестройка все идет по плану, и все идет по плану. Давайте вместе, поехали. Все идет по плану. Все идет по плану. Еще раз спасибо огромное вам. Давайте. Оскара! Оскара! Подписывайтесь на мой канал, на канал Хижину Музыканта. И до новых встреч. Пока. Пока.